Если вы не знаете, как обратить самый страшный криповый ужастик в комедию, то просто обращайтесь к нам. Первое, что необходимо сделать, это разобраться, кто из нас кто, кто ты, а кто я и... я кто? Великий магистр. Поехали. Джохан Джо. Рассказывай, что меня ждет. Это я. Это ты! Это я. Это ты или я? Это я. Любопытство. Ху. Я про сына своего хочу спросить. Бась, она повышает уровень сложности. Кто она? У него все хорошо будет. Китаянка. Как у него сложится жизнь? Кого бьешь? Я тут разговариваю, ты с кем-то дерешься, что ли? Я не понимаю, что происходит, Вась. Почему она называла меня идиотом? Что, Вась, тебя нагадали? Нормально? Ну, дружок. Ну, говори. Попробуй-ка нагадать мне удачу. Рыба. Ладно. Ты хотя бы раз проебался, скажу честно? Ни разу. Ни разу. Я тоже. Какой-то цветок. Нам на корабль, что? Я вас ничего не сделал даже. Вот я тоже ничего не сделал, я тебя отвлек, да. Да, не без труда, но мы разобрались, кто из нас кто, кто я, кто не я, но почему все самое дерьмо достается именно мне? Скримеры, пиздюли, тиммейты-аутисты. Мы бухи. Вася, как в жизни на самом деле, мне нравится. Очень похоже, реализм зашкаливает. Верни деньги! Вася, где папки, я не понял. За что меня уебали, блядь? Где бабки? Понял, медицинское заключение! Эти парни надрались по-черному, потому и бузят! Да. Кто только всадили тебе, Василий? Почему мне всадили, блядь? Чарли, это я, вот я хожу. А ты где? Это я хожу, Вась, мы в разных комнатах. А, пора привыкнуть к этому. Папе, возвращайся скорее. Это мой сын, походу. Это мой сейф. Мне нравится больше твоя комната. Почему мы, блядь, не можем поменяться местами? О, я вижу к сейфу, который тоже, да. Блядь! Что за хрень? Какого ебаного хуя у тебя? У тебя тоже труп в сейфе или нет? Я со страха нажал эскейп. Стрёмный пиздец, я не хочу даже, блядь, с ним ничего общего иметь. У меня кровь. Нахуй ты на паузу нажимаешь, чертову, каждый блядский раз. Еще раз ты это сделаешь, меня стошнит, ты всю атмосферу портишь. Ты увидел кровь, нажал на паузу, услышал про трубу, нажал на паузу. Будешь каждый раз нажимать на паузу, когда будет страшно. Я тебя, блядь, ты заебал меня, что ты делаешь, блядь? Тап, это пауза, короче, понял? Поколдоебать. Ой. Что, ой? Я могу смотреть. На кого? Не паникуй. Я хочу тап нажать. Я тебя ненавижу! Я попытаюсь выйти отсюда, из комнаты. Это целость. Слишком много остановок игры, я просто... Ну хорошо, я жду тебя. Пусть можно по факту, если я просто уебу сейчас по столу, интересная игра становится. Блядь, ебанутый! Нет, а может и да, я не знаю. Мы можем ходить никогда, он, я не понимаю. Я вообще не понимаю, просто как дебил хожу. Как, почему, блядь, нужно... Ну я не понимаю, как дебилы ходим, реально! Какая-то сперма разлетает. Твою, блядь, мать! Это все разлилось по полу. Ты чё, малого не заметил, который пробежал мимо? Нет. Ты чё, серьёзно, что ли, Вась, да, блядь? Что ты смотришь? Ты, Вась, реально это не заметил? Нет, конечно, Вась, ничего не показывай, я не боюсь. Нет, Вась, я покажу тебе, потому что какого чертового хуя ты не заметил это? Внимательно смотри. Какого блядского хера? Ты что, слепой? Я вообще не видел ничего. Подожди, где эта игра? Плохо, Вася, я вижу, у тебя папка War Thunder, вот теперь мне реально страшно. Да, я видел. А? У меня такого не было. Как это не было, Вася? Это только у тебя было, Вася, отстань. Ты это что? Вася, ты просто слепой овощ, и все. Теперь ты идешь, дядя олень. И видишь этого малого. Тебя сажут первым. Да пройди ты, да. Да? Ой, ты заметил. Теперь. Не, я назад свернул. Да я ебал его в жопу! Почему я его вижу, а ты нет, блядь? Почему скримеры у меня, сука? Это громко и мерзко. Вась, да открой эту дверь. Я открываю. Эй, Чарли, сюда. Чарли, шоколадная фабрика, блядь. Это как раз про эту игру, блядь. О, С. Быстрее, я дрочил много лет. Ах ты слабак. Я не смог. Зачем вот так стоим? Я не понимаю, почему так стоим. Нам... А, что вот, надо делать? Вот, проходка. А. Все, пойдем. Вась, что-то тут... Ты... Мы... Ты...
Там ржу как тупые дауны, блядь, не будет страшно. Почему я в стену уперся, блядь, я даже не заметил этого, сука. Вася, говори, чтобы быстрее надо идти. Да, громко, мне тоже нравится. Ты это видел? Ты не видел опять? Ничего я не видел. Это точно хоррор получается у нас, а? На записи. Да нормально. Кстати, ствол есть у меня, обрати внимание. Какой труп, ты малого не видишь, который бегает, как лень? У нас разные, Вась, катсцены. Блять. Тебе задница. Вась, я не хочу. Боже мой. Вась, не хочу. Вась, зачем ты не повернул со мной, пожалуйста? Вась, не хочу, не хочу, не хочу. Я тоже труп теперь вижу какой-то. Ты мертвый здесь. Вась, это ты? Это был где? Ты? Где? Мертвый? Да, труп. Ты тоже труп видел твоего, да? Я видел твой труп. Он говорит прятаться. Ты по мне стреляешь, олень? В смысле? А ты туда зашел? Вот ты китайский фокусник, почему ты меня убил? Вась, это нихуя не ты, твою мать ебаную! Блять! Ой, господи, блять. Я начал блевать, мне хуёво. Я тебя убил? Все, я труп. Я тоже, поздравляю! Тимплей на 5 с плюсом. Оценка выше есть? Кстати, Игорь не повезло тоже. Он очень неразборчив в выборе партнера. Поблажек не жди. Придется понял. Делать все, что я скажу. Борка черная тебя ждет. Делать все, что ты скажешь. А? Вот мне нравится твой настрой. Тебе надо расслабиться. Да перестань. Что бы ни происходило, соглашайся. Стой, поверь мне. Так я хочу, чтобы ты меня так... реально уламываешь. Ладно. Чпух. Если меня начнут разводить на всякое... Ты что-то заподозрил? Я что-то заподозрил. Я не посмотрел даже. Трахнул я. Я запишу это, Вася. Это актер же. Ну да, да. Как это было. Но трахнул ее я. А я его. Кстати, игра простая до жути. Единственное, что нужно мне делать, это ходить и просто вовремя нажимать на кнопки. Хорошая реакция, залог успеха, но... Ой. Я всегда промахиваюсь, я не могу. Особенности обновлены. Я опять не... Я вас устал, я постоянно... Меня поймали? Загрузка. Меня за ногу схватили. Вась, меня трупы за ноги хватают. Я не проебал кнопки, я путаю эти чертовы кнопки, блядь. Я опять проебал кнопку, я путаю эту чертову кнопку. Но потом я собрался. Все нормально. Ну, в общем, друзья, как-то вот так. Мы, кажется, любую игру можем превратить в какую-то комедию или в какую-то хрень. Короче, чтобы автор не задумывал, как бы он не хотел, чтобы вы играли в нее серьезно, мы все обосрем. Тем не менее, что есть, то есть. Надеюсь, что вам понравилось. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Друзья, собственно, вы знаете, что вот прямо сейчас будет проходить Игромир, и я там буду. Я, мои друзья и многие-многие другие интересные люди. Поэтому, собственно, я доношу вам эту информацию, чтобы вы понимали, что там мы можем встретиться, посидеть, поболтать. Не говорю, что уделю внимание всем, но думаю, что если вы подойдете, я с удовольствием с вами поболтаю. Вся инфа по Игромиру и все, что там будет происходить, я буду публиковать в своем инстаграме. Поэтому переходите, не стесняйтесь, там вам обязательно найдется место, там очень приятный лампово. Короче, вот ссылка. Буду выкладывать всякие дебильные истории, всякую дичь, хрень. Все увидите сами. А на этом сегодня все, друзья. Увидимся в следующее воскресенье. Всем пока. Жать-то как хочется. А нихуя нету. Уйди отсюда, ты меня... Ты мне мешаешь жить! Отойди!